Как обновить прошивку? На телефоне iPhone 15 вам нужно скачать саму прошивку в расширение IPSW. Необходим iTunes. Можете скачать с магазина Windows, Microsoft Store. В поиск пишите iTunes и скачивайте по первой ссылке. Открыть. Подключаем одну сторону кабеля к компьютеру либо к ноутбуку. Вторую сторону кабеля подключаем к iPhone. Удерживаем кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно. Выберем выключение. Удерживаем кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно. Отпускаем кнопку питания. Продолжаем удерживать уменьшение громкости. На телефоне у вас должен быть черный экран, без никаких изображений. На компьютере в iTunes появилась надпись. Приложение iTunes обнаружило iPhone в режиме Default. Необходимо восстановить этот iPhone перед использованием с iTunes. Окей. На клавиатуре удерживаем клавишу Shift. Не отпускаем. Выбираем «Восстановить iPhone». Открылся проводник. Клавишу Shift можем отпустить. А здесь вы выбираете свою прошивку, где она у вас расположена. У меня на рабочем столе. Выбираю свою прошивку. Восстановить. Восстановление заводских настроек iPhone завершено. Выполняется перезагрузка. Не отсоединяйте iPhone. Он появится в окне iTunes. Можем закрыть iTunes. Можем отключить кабель USB от телефона.